Так, домашний кинотеатр. Что у нас? 4 колонки. Сама главная панель. Дальше SAP. И вот эта колоночка. Так, нету пульта. Ну, пульт, скорее всего, можно приобрести в любом магазине, где продаются пульты. Рынок, ларьки и так далее. Мы подключили телефон с музыкой. Вот, каждая колоночка подключили, каждая колоночка работает. Все. Так, сейчас стоит флешка наша. Мы покажем на экране телевизор, что она работает. Вот, все, это она. То есть центральная панель выводит, все выводит, то есть можно смотреть кино и так далее, с дисков, флешки и HDMI кабели и так далее. То есть все показывает, все работает.